Наномаски с ионами серебра новосибирского производства обладают практически 100% бактерицидной эффективностью. Это результат тестирования, проведенного в одной из лабораторий Италии. Европейский сертификат не только гарантия качества изделий, но и возможность расширить географию поставок. Где сегодня пользуются сибирскими средствами индивидуальной защиты и какую еще новинку готовится вывести на рынок предприниматели? Репортаж Виктории Шмидт. Вот такая масочка выходит по итогу. Доли секунд и маска готова. В минуту конвейер выпускает 70 средств защиты. Материал заранее обработан в специальной лаборатории. Технология, ноу-хау новосибирских производителей. Формулы держат в секрете. Посмотрим, как маска выглядит в разрезе. Она трехслойная. Верхний и нижний слой стандартные, как у обычных масок. Уникальность технологии в фильтрующем слое, обработанном наносеребром, которое убивает микробы и вирусы. Раствор, которым обрабатывают фильтрующий слой, запатентован учеными Новосибирского академгородка. Василий Александрович, бывший сотрудник Центра вирусологии «Вектор», изучением антибактериальных свойств наносеребра занимается почти 20 лет. Если, так сказать, будет использована маска, обработанная вот биосеребром, из этой тысячи микробов попадет только одна. Это, конечно, так сказать, условная цифра, но с этим одним микробом, так сказать, местному защитному иммунитету проще справиться. В одной из лабораторий Италии тестировали разработку новосибирцев. Испытания показали, маски с ионами серебра убивают вирусы и бактерии с почти 100% эффективностью. Берется, вырезается кружочек из классической медицинской маски и нашей маски в посев с бактериальной культурой. Спустя время на классическую медицинскую маску бактериальная культура начинает находить на края, да, то есть, грубо говоря, атаковать. В случае с нашей бактерицидной маской бактериальная культура погибает. Чтобы обеспечить изделиям дополнительную защиту, готовые маски отправляют на стерилизацию. Прямо в коробках помещают в радиационный ускоритель электронов, разработанный в Институте ядерной физики. Метод проникающего излучения беспощаден к вирусам и бактериям. На миллион изделий допустим только один микроб. Новосибирские маски уже сегодня востребованы в Европе. Первые партии вскоре уйдут и на восток, в Китай. На предприятии наращивают объемы производства и готовят новинку. На этот раз фильтры для респираторов с ионами серебра. Виктория Шмидт, Никита Жирнов, Вести, Новосибирск.